Радостное событие и первое поздравление от главы региона. Мы открываем новый суперсовременный, оснащенный новейшими технологическими и игровыми оборудованиями детский сад. Сергей Морозов отметил, что за два последних года в нашем регионе создано более 15 тысяч новых мест в дошколках и полностью решена проблема очередности для детей от 3 до 7 лет. Губернатор лично вручил направление и подарки будущим воспитанникам нового детсада. Напомню, он рассчитан на 240 мест. Администрация города проведена работа по подбору высококвалифицированного персонала. Открытие калейдоскопа с нетерпением ждали жители микрорайона Олимп. Направление для ребенка в новый детсад получила и семья Галетдиновых. Это первое знакомство Карины с группой. От обилия игрушек глаза разбегаются. В первую очередь хочется сказать большое спасибо нашему губернатору Сергею Ивановичу. Мы ждали, ждали, наконец-то дождались. Нас вчера обрадовали этой новостью, что мы идем в новый садик, самый престижный садик нашего города. Вот. Надеюсь, будем ходить с удовольствием, играть, развиваться, знакомиться с миром, заводить новых друзей. Арина Макарова, Юлия Пак. Наше время.